А что же там в Курской области? Там, в населенном пункте Кремяное, российские военные решили занять пустой жилой дом, выгрузили БК, а потом украинцы красиво взяли и ликвидировали этот склад вместе с грузовиком. Убедительная просьба жителей временно непризнанной Курской Народной Республики выгонять со своих домов российских идиотов и держать их подальше от своего хозяйства. Еще один населенный пункт – Лебедевка – также под контролем ВСУ.